какое качество мне помогает. Да я даже не знаю, наверное, это надо спросить людей со стороны, может, они это видят. Я не могу ответить на этот вопрос, я не знаю. Спасибо моим родителям, может быть, от них что-то передалось. И, ну, думаю, что упорство все-таки есть во мне, упорство. И я люблю, если я поставила какую-то цель, я, ну, не знаю, я должна ее выполнить, вот это мое, я должна это сделать. Или хотя бы попробовать. Говорила, что я уйду с большого спорта, больше не буду выступать. Но после игр, знаете, я долго думала, долго размышляла. И все-таки я бы жалела, если бы я ушла не так, как я хочу. Я все-таки хотела уйти немножко по-другому, поэтому я попробовала начать тренироваться, возобновила свою спортивную карьеру, чтобы уйти так, как этого хочу я. Я бы хотела уйти с медалью за Узбекистан. И я уже как говорила, что ну, пусть это будут не Олимпийские игры, пусть это будут азиатские игры наши, но все-таки я хочу уйти красиво с медалью. Дай бог, чтобы это получилось. И это моя мечта и цель. Но я очень стремилась к этому, я готовилась, было очень тяжело. Просто после того, как, когда я сказала, что я заканчиваю, вот я вернулась, это были первые соревнования, на которых я выступала. И было очень мне самой волнительно, что а вдруг не получится. И как бы есть люди разные, которые начнут говорить, вот не надо было возвращаться, вот знаете. Хотя я не читаю часто там комментарии, я делаю так, как я хочу, но все-таки вот это вот присутствовало, что вдруг не получится, и тогда, поэтому я очень целенаправленно готовилась, я очень хотела выступить достойно, и все-таки у меня получилось, и этот как бы первый шаг к тому, что я могу это делать, и я не хуже, чем другие. Я не думала о том, что я хочу оставить после себя в спорте. Я об этом вообще никогда не думала, но хотят люди или не хотят, но все-таки что-то от меня останется, потому что есть в правилах 5 моих элементов, названы моим именем, и гимнастки их исполняют. Поэтому они будут соприкасаться с моим именем уже всегда. Вы знаете, не буду говорить «нет». В нашей жизни возможно все, поэтому будем жить сегодня, а что будет завтра, посмотрим.